Привет, как дела? Отлично. Ой, хороший, да. Не-не-не. Все, Коля, уйди. Так, сажаем его, сидеть. Все, Николай, заходи. Не-не-не, ты сначала подойди как бы к хозяину. Еще-еще пусть он полазит. Все, Коль, стой. Так, теперь собачку сажаем. Все, нельзя. Все, сидеть. Сидеть, нет. И далее, Николай, берешь поводки. Все, сидеть нельзя. Поворачиваешься, берешь поводки, обходишь как бы собаку. Ну, ближе там все, двух метров не подходи. Нет, рядом. Нет, нет, рядом. Нет, рядом. Все, сидеть. Смотрите, мы же говорили о том, что поверните в сторону фигуранта. И вот здесь как раз прекрасно было бы это использовать для обучения повороту налево, когда он сам хочет повернуться, вот прямо на месте поворачивается рядом. Рядом. Нет, это было не на месте, это вы собаку обошли. В идеале собака задом просто бегает и поворачивается. А из-за того, что вы обошли, вы ему облегчили ситуацию. То есть сейчас мы его не ставим в такую ситуацию, что у него за спиной посторонний человек что-то делает. Речь идет о чем? Зашел человек, собака отохраняла. Дальше вы ему сказали, что все, хватит сидеть, человек будет работать здесь на участке. И вот он пошел работать. Но мы даем возможность собаке все-таки за ним следить. Рядом. Подходим к Николаю. Рядом, нет, рядом. То есть представьте, что рядом. Николай это естественно натуральный человек. Это что такое? Рядом. Старайтесь на него не замахиваться, а больше дергать его. Здесь лучше подмести. Да, давайте сейчас я здесь подогнал. Рядом нельзя. Да, можно смести сразу эти листья туда, чтобы не мешали шлагбауму. И тут самое пойдемте, покажу вам вот с этой стороны. Пойдемте, покажите. Вот, вот здесь можно смести на соседний участок. Нет, нельзя. Так, ну и пока отправим собачку на место. Все. А место? Вы еще... Нет! Место! 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 Нет! Место! Место лежать. Так. А, молодец. Все. И теперь вы, собака уже у нас лежит на месте. Место. А вы с Николаем вместе тоже походите. Место. Вот можно сейчас по диагонали к мотоциклу подойти. Да, пойдемте к мотоциклу покажу. Там за мотоциклом тоже надо. Так, и проходим, допустим, к этому к мусорному ведерку, которое висит на стене. Да, и смотрите, вот здесь уберите этот платок, он мешает. Угу. Сейчас собаку будет досирать. Да. Вот. Да, 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 отлично. Да. Угу. И, соответственно, можно вот эти все щепки заработать. Вот. Так, да. Николай, теперь ты сейчас на этой точке, Андрей. А вы сюда, подзыв, посыл на место. Так, все, подзываем. Рядом, ко мне. Да, да, молодец, молодец, хорошо. Умничка, рядом. Все, молодец. Хорошо. И посылаем на место. Место, 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 место. Алло. Место. Алло. Место. Да, добрый день. Ну часов 8. Хорошо, договорились. Да, все. Так, подзываем его еще раз. Ко мне. Молодец, отлично, отличный песен. Рядом. Хорошо. Умничка. Так. Коль, чуть-чуть от коврика. Ага. Посылаем его. Место. Продолжай елозить, да? Место. Место, давай, место. Давай, иди на место. Место. Место, Ганс, место. Кастер, место. Место. Хорошо, отлично, молодец. Отлично. Что он тушуется?
Ну ничего, сядьте на стул. Сейчас покусает. Понятно, что он воспринимает его как чужого, кусать нельзя. Этого немножко напрягает. Коль, аккуратно вот как бы вот туда к забору и вот вдоль забора так вот работаешь там. Подальше от собаки, но работаешь. О. Молодец, лежать. Так, и тихонько продвигаешься вот по этому коридору туда вот, ну вот за это здание. Туда, мимо собаки, вот работаем. Работаем. Нет, мимо собаки. Лежать. Хорошо. И обратно также выдвигайся, только подальше от собаки держись. Угу. Молодец. Так. Коль, теперь смотри. Ты сейчас проявишь наглость и, протирая вот эту плитку, попытаешься согнать собаку, ну так, аккуратненько, не пугая швабры. Здесь хотелось бы, чтобы он тебя уже укусил, потому что... Подожди, стой. Работник не имеет права хозяйскую собаку гонять, но нам нужно, чтобы это было без специальных фигурантских движений. То есть ты вот просто, знаешь, вот как есть вот наивные садовники, которые просто посылают куда подальше хозяйскую охранную собаку, и она вдруг уходит. И хозяин потом перестает заниматься дрессировкой. То есть я знаю такие случаи. А всего лишь просто человек не знал, что собака опасна. И оказалось, что она нифига не сработала. Вот им просто скажи, ну, песик, уйди отсюда, там что-нибудь. Давай. Я хорошо! Идите его похвалите чуть-чуть. Молодец. Немножко. И отправьте на место. Молодец. Все, все. Дай. Все, место. Нет, место. 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 Вот. Молодец. И о, так скажите, Николай, что типа, ну, собаку Николай, ты не... Николай, нельзя трогать собаку, это ее место. Вот. Я не знал. Я думал, он хороший. Так. Еще немножко попадли. Да, вот эти мысли доставили тебе 2 недели курса в укол. Так, ну еще чуть-чуть поподметай, но к собаке не подходи. А. То есть ты же его теперь не трогаешь, поэтому что он у тебя? Все, тихо, тихо. Нет. Нет. Так, теперь Андрей вместе с Николаем отходите на центр. Вот где как раз кружок вот этот прекрасный, четко показывающий, где центр. Так, Коль, теперь смотри, хотелось бы, чтобы ты немножко начал как бы Андрея, ну как бы чуть-чуть так заходить как бы на него, но не толкать его плечом, да, но как бы вот к нему близко подходить. Для чего? Чтобы собака, может быть, слегка сомневаясь, надо, не надо, и чтобы ты немножко от него позагораживался вот этой шваброй. Потому что если он пойдет на большую скорость, он просто мимо нее проскочит. А ты попробуй, вот когда он еще сомневается, немножко вот его как бы... Помешать. Да. Вот. Стиль Мадьёна. Ты, мужик, не начинаешь надъедать здесь. Надо смещаться надо. Да. Но если песик не реагирует... Андрей, вы тоже ему скажите что-нибудь, что ты наглеешь-то. Твоя задача мести пол. Все. Не надо больше ничего делать. Мне вот это вот всю возьму делайте ближе к собаке. Тогда я надеюсь, нет, это собака. Надо мести. Ну скажи ему, что сначала надо заплатить, а потом уже мести. Да, вначале метешь, потом плачу. Все. Вначале работа, потом. Ну, если у нас песик не реагирует. Я тебе сейчас надаю, и ты мне еще и заплатишь. Нет, значит, не надо мне угрожать. Вначале выполни работу, потом получишь деньги. Коль, это... можешь чуть-чуть не сильно начать толкать, не я сильно. И так здесь уже много чего выполнил. Я! Да, молодец! Молодец! Хорошо. Так, берем собачку за мягкий ошейник. И возьмите за мягкий ошейник и Николая по плечу просто. Нельзя. То есть помогите ему. В смысле, как... Зачем вы говорите «нельзя»? А, ну им все. Я хотел сказать ему фразу, что нельзя так это поступать. Честно, верить. Хорошо. О. Так, все, снимаем собаку. Дай. А здесь уже... Оп, стоп. Николай, выходи. Все, рядом. Нельзя. И теперь, когда Николай выйдет, собаку отправляем все, на не место. Все, не надо больше мне приходить мести. Отправляем на место. Все, место. Нехорошо получилось. Да, я знаю. Место.
Похвалите его, похвалите. Молодец, солнышко. Молодец. Ногой наступил. Вот. Так, возьмите его за поводок, увидите, и еще пойдем. Раз его пошлите на место. Все, ушел он? Ушел. Да, все, да. Место. Иди, Ганс, место, место. Отлично, Лунечко, придите, молодец. Дайте ему корм. Молодец. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте, пожалуйста.